Армения должна выплатить Азербайджану репарации в 1 триллион долларов США. Об этом профессор университета Ататюрка, доктор экономики и управления Керем Карабулут заявил на международной научной конференции на тему «Роль конвенции ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения» в Баку. Азербайджан – это колыбель культуры Кавказа. Шуша – центр тюркской культуры, очень важный город для тюркского мира, отметил он. Турецкий эксперт отметил, что нельзя забывать про экономический аспект разрушений в Шуше и в целом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Армения должна ответить за тот урон, который она учинила на этих территориях, в отношении объектов как инфраструктуры, так и памятников культуры. По подсчетам Керема Карабулута, Армения должна возместить ущерб Азербайджану в размере 1 триллиона долларов. Также доктор наук добавил, что после увиденных в Агдаме разрушений даже эта сумма кажется недостаточной.